В Магадане в онлайн-режиме провели церемонию награждения по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений без срока давности среди школьников. Красноперова Вероника Григорьевна, ученица 6 класса средней общеобразовательной школы поселка Ола. Сочинение «Люськой, держись» в жанре рассказ впечатлило всех членов жюри и было практически единогласно по баллам признано победителем в категории 5-7 классов. Победителям конкурса были подготовлены именные дипломы. Исполняющий обязанности образовательного центра «Перспектива» рассказал подробнее о проводимом конкурсе. Конкурс называется «Без срока давности», и сейчас мы подводим итоги регионального его этапа. Он проводился с 7 февраля по 6 марта, и мы достаточно быстро подвели итоги. Было несколько возрастных групп, среди которых были выявлены победители. Проект «Без срока давности» включает в себя не только сочинения, но и целые исследовательские работы. Из представленных 270 работ на региональный этап вышли 37. Любовь Голембиевская, Александр Фещенко, «Магаданское время».